вкусная и красивая глазурь придает любому изделию, будь то торт, кекс или просто пирог, праздничный вид. Приготовить такую глазурь не так и сложно, да и сам процесс не займет у вас много времени. Любую домашнюю выпечку мы стараемся сделать не только вкусной, но и красивой. Чаще всего мы просто посыпаем наши изделия сахарной пудрой, а ведь можно украсить их глазурью, и сделать ее не так и сложно. Я предлагаю вам отличный рецепт, из которого вы узнаете, как приготовить глазурь из какао и молока. Это очень просто и очень быстро. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. В небольшом сотейнике смешаем сахар и какао. Добавляем к смеси молоко, все тщательно перемешиваем. Ставим сотейник на небольшой огонь. Массу помешиваем и варим до растворения сахара. Вкусняшки, подписавшимся. Добавляем сливочное масло, размешиваем и доводим до кипения. Глазурь должна получиться блестящей, однородной и немного тягучей. Слегка остывшей глазурью украшаем торт, кекс или пирог. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Вот из чего готовим блюдо. Молоко – 4 столовые ложки. Какао – 2 столовые ложки. Сахар – 4 столовые ложки. Масло сливочное – 50 грамм. Количество порций – 1. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Удачи!